Привет всем! И сегодня Аксиал в шестом масштабе будет ехать по пути десяток. Да, по следам десяток. У меня недавно Кировец гонял также. Он испытывал проблемы. Посмотрим, что скажет шестой Акс. По-моему, он здесь все просто переедет и все. Ну давайте. Раз, два, три. Готово. Мы можем это сделать даже задним ходом. Так. По-моему, я на понижайке. Нет, вот понижайка. Двухскоростная коробка, напомню. Итак, первое препятствие. Где десятки буксовали? Еле-еле могли проехать. Сидели на своих мостах, садились на брюхо и полили свои БК-системы. Здесь Аксиал напрягается чуть-чуть, но справляется. Или не справляется. Забуксовал, решил перерыть все. О, засел. Не засел. Ну, смотрите, эта сторона здесь снаружи еще стоит. Здесь погрузились. Грязь мощная. Вот. Но десятки погружались полностью. Этот заехал только двумя колесами. Не может, не может. Ну. Что ж такое-то? Аксиал, не сливайся. О, грязюка, смотрите, покажу вам, да, какая? Хорошая, хорошая. А размер, чтобы понять, раз, я могу сюда камеру даже засунуть полностью. Где-то цепанулся как будто. Ну, вот так, я думаю, мы выйдем. В конце концов, он должен ее перерыть так, что расчистит себе путь. А может, нет. Знаете, что мы сделаем? Включаем вторую скорость. Не включилось. Включаем понижайку, опять вторую, о, и погнали. Аккуратно. Ну, вы видели, что творит вторая скорость, БК-система и трехбаночный липоаккумулятор. Просто мощь, он просто взял и все, и проехал. Просто проехал. Может, мы здесь на второй скорости и полетим? Хотя тяга уже не та, грубо говоря, на ней, но в любом случае, опять преодолеваем препятствия, где десятки еле-еле ехали. А вот интересное сейчас будет. Давайте мы через него перескочим. Опаньки, сюда. Вот так вот. И сейчас понижаечку включим. И вот здесь. Да? Давайте. Раз. Второе колесико, два. И проехал. Ну а вот здесь все упирались носом полностью в это препятствие. Правда, ехали в обратку. О, да ты тоже. Маричка, не поддастся. Блин, ты палку захватил. Зачем она тебе нужна-то, а? Отцепись. Отцепись. Ты что ж такое-то, а? Вот. Рванем. Я отойду подальше. И рванем. Нет, это мы не рванули. Вторая скорость. И... Сейчас. Проблемы. С коробкой проблемы у Акса. И рванули. Опять не включилось. Сейчас. Вот, все, включили. Рванули. Вы видали, да? Вы просто это видали. Опять понижайку. А вот здесь сейчас посмотрим. Итак, десятки здесь, в принципе, преодолевали. С трудом, буксуя. Но проезжали. Этот, видите, как неудобно, да? Он уже в ту колею уперся. Вот. Они так не упирались. Но в любом случае, на нем здесь слишком просто и неинтересно. Раз, давай сюда. О, вот здесь я помню, у не мог. 6 на 6 у меня. Вроде нормально проехал, кое-как. Вроде нормально, кое-как. Так нормально или кое-как, я сам не понял. Смотрите, сел на брюхо Акс. Включим вторую скорость. Ой-ой-ой-ой-ой. Закидаем все. И всех. Не стойте рядом, как говорится. Не, на брюхе сидит. Я хотел с раскачки, но, по-моему, здесь не получится. Толкнем трактором назад. Ух ты. Такой вес трактору тяжело тягать. Конечно. Так, ну вот мы проедем вот так тогда, чтобы не сесть на брюхо. А смотрите, да? Вот, раз. Спокойненько повернули сюда. Вывесили колесико. Огроменное колесо вывесили. И проехали дальше. Легко, легко, легко. Вот так тоже здесь. Ну и самый интересный участок был здесь. Давайте смотреть, что скажет Акс. По-моему, он ничего не будет говорить, он просто молча возьмет
и проедет. Все. Препятствие закончилось. Оно не успело даже начаться. Но давайте посмотрим здесь. Патрол. Здесь просто купался. Выезжал только с помощью лебедки и УАЗа. Что скажет Акс? Акс скажет на раз, два и проехал. Он может это делать каждый целый день, не напрягаясь. Во-во-во, где-то забуксовали. Тоже легко. 6-й масштаб дает о себе знать.